Всем-всем здравствуйте! Многие уже заметили, что наша девчонка Ляля и Вега одного размера. Да, вот вы представляете, Ляля родилась вместе с Пятнашкой. Ну и с остальными, то есть тоже. Ну вот это из одного помета, брат и сестра. Ну можете посмотреть, что они абсолютно разные по размеру. Вот так вот бывает в одном помете. А Лялька в свои 3 месяца, всего лишь в 3, размером полностью с мать, и они настолько похожи, что у них, посмотрите, даже вот пятнышко на спинке находятся практически в одном и том же месте. Только у Вегуськи ушки потемнее. Но еще время, то есть мало, всего 3 месяца девчонки наши, то есть у нее могут еще и потемнеть, потому что у Веги были ушки, когда ее брала, абсолютно беленькие, да? Беленькие, не смеленькие. Ты внизу сидишь, пока к нам не запрыгиваешь. Вот такие вот странности бывают, что в одном помете рождаются абсолютно разные щенки. Но то, что Вегуська и Лялька так похожи, прямо одинаковые расцветки, просто удивительно, что прямо на одном и том же месте у них пятнышки находятся. А Феечка их гораздо старше, но всех меньше. А старше она на целый месяц. А для щенков это большой срок, целый месяц. Да, да. Ой, ты, Пятнашка, скажи, что ты там про Фею рассказываешь? Про меня тоже рассказывай. Вот, а папа у них был гораздо темнее, то есть у него белые только пятнышки были, лапки. Но вот, но в папу не пошел ни один щенок. То есть у Вегуськи, видимо, сильнее ее данные, ее характеристики. Ну, а вот этот вот слоник 3-месячный, даже любопытно, какой она вырастет. Замедлится ли у нее рост, или она будет дальше расти? Говорят, что чихуахуа некоторые вырастают до 8 килограмм. Конечно, не хотелось бы, но посмотрим. Все равно же ее будут любить, да? Она у нас оставлена до весны. Посмотрим, что будет дальше, как расти этот ребенок. Этот очень-очень ласковый ребенок, да? Милусинка, ты тоже ласковая, ты тоже ласковая девчонка. Ну вот это вот такая вот Гаргантюа получилась, гигантер, да? Такая вот здоровая малышка. Вот можете посмотреть, мама и дочь. Маме 2 года, а этой всего 2 месяца. Ой, 3 месяца. Да, а тебе годик, тебе годик, цельный годик. Цельный годик тебе. Вот. И со спины я их иногда даже сейчас путаю. Когда Лялька ушки опустит, опустит голову, что ушки не видно. Только по ушкам их различаю. А так бывает, что и путаю. Говорю, Вега, Вега. А потом раз, а морда-то молодая. А Вега, вот она, Вега, да? Вот такие вот метаморфозы у нас. Такие вот странности бывают, да? Ну, а мы вам желаем хорошего дня, конечно же. Отличного настроения. И всего самого-самого лучшего. А эти вазюкалки играются. До новых встреч, дорогие наши.